Андрей Буков, самарский паралимпиец, член сборной России по плаванию и триатлону, мастер спорта международного класса. Молодой человек начал ходить на Самара-арену еще во время чемпионата мира по футболу. С тех пор стадион стал для него не только местом для отдыха, но и площадкой для подготовки к серьезным соревнованиям. Одно из его любимых мест для тренировок – инклюзивный парк на последней миле. Нравится то, что здесь, в принципе, так как-то далеко от города, тишина, спокойствие и тренажеры все, которые упражнения я делаю, все для этого имеется, вся инфраструктура. Тренер и отец Андрея Букова проводят персональные занятия с сыном у стадиона. Андрей сюда приходит и бегает здесь, он занимается физической подготовкой, поэтому здесь все предусмотрено, как мне кажется, для занятий физической культурой и спортом. В инклюзивный парк приходят не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и родители с детьми. Малыши готовы резвиться на аттракционах часами. Сюда приезжаем даже, грубо говоря, не в ближний свет ехать. Вот мы живем на Новосадовой, на Солнечной. Приезжаем сюда вот погулять с ребенком, попрыгать, конечно, здоровская площадка. Аналогов в Самаре я пока не видел. Прилегающую к стадиону территорию будут развивать и дальше. В будущем здесь появится крытый футбольный манеж для игр и тренировок в любую погоду. А уже в четверг, 13 августа, у Самара-арены проведут чемпионат России по велоспорту. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.